Короткой летней ночью сны самые яркие. Что снится девчонкам и мальчишкам в Анапе? Привычная северная прохлада. Делегации из Норильска снится символ города – полярный медведь. Ребятам из Мурманска – бесстрашный заяц. Леопард – самый спортивный символ. Талисман – Олимпийских игр в Сочи. Как можно так быстро путешествовать из одного города в другой? Запросто. Со знакомой всем детям Мэри Поппинс и попутным – ветром перемен. Море, солнце, Анапа – новые друзья и праздники. Таким должно быть настоящее лето. И каждый найдет в нем что-то неповторимое. Участие в спортивных соревнованиях. Как мы выиграли первую игру в пионербол против 25-го отряда. Мне нравилось все, но так как я с Таймыром, мне не нравится, что сильно жарко. Со всеми подружилась, с Москвой, с Астрахани, которые были на первой смене. Больше познакомились с вожатыми, со старшими. Потому что со старшими веселее. Вот так проходит вторая смена в культурно-оздоровительном центре «Премьера». И для большинства детей отдых в «Премьере» тоже премьера. В первый раз в Анапе, в первый раз такой компании. И необычный фестиваль национальных видов спорта тоже премьера. Ребята, которые представили сегодня свои номера, наверное, не сравнятся ни с чем. Потому что здесь присутствовала прежде всего культура всех наших национальных окраин. Вы поделились ей. Мы сегодня в третий раз открываем этот замечательный фестиваль, спортивный фестиваль. Два года назад, когда мы с вами начинали этот фестиваль, я на этой сцене говорил, мечтаю, чтобы он стал традиционным. И вы видите, вот с вашей помощью, с помощью администрации Анапы, Бориса Робиковича, эта мечта сбылась. Я очень рад, что здесь собрались такие красивые дети. Такие спортивные дети, такие веселые дети. Я хочу, чтобы вот фестиваль, что проходит сегодня, Северный мост, как минимум 10 раз здесь проходил, а дальше будем думать. Для этого мы будем стараться создавать такие условия, чтобы вам понравилось все здесь. Климат, море и внимание взрослых – основа хорошего отдыха и настроения, и повод приятных воспоминаний на целый год. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов, Анапа регион.